Научная фантастика, классика, практическая психология или же детективы. Чтение книг издавна является неотъемлемой частью просвещения человечества. А что читают люберчане, узнаем прямо сейчас. Ну, не так давно я перечитал Джека Лондона «Белый клык». Профессиональную литературу по юриспруденции. Я университет закончила в прошлом году. А скажите, какая одна из любимых книг? Уголовный кодекс. Достоевского читаем, вы же знаете. Сейчас самая актуальная тема. Наверное, больше по психологии. О, расскажите поподробнее, какая ваша любимая книга или что вы последнее прочли? Дейл Карнеги «Как заводить друзей». Ну, я с детьми сейчас читаю в основном, сказки в основном. А что сами любите? Сам. Да так не читаю, по имени нет, работа. Ну, я люблю романы, в принципе, читать, приключенческие фильмы, ну, книжки. Вот, последний был «Катон». Последняя книжка называлась «Последний катон». Это фантастика. Детективы, фантастику. Какую самую последнюю книжку вы прочитали? Акунина. Сейчас забыл. Кроме детских книжек я, например, вообще ничего не читаю. А, возможно, до появления малыша что вы читали, что вы любили? Не знаю, я в основном фантастику читала. А вы читали одну из любимых своих книг? Ну, «Машина времени», Герберт Уэллс. Мы не читаем. Да как же, может быть, и по работе какие-то книжки читаете? Какие? Не читаем книжки. Только работа. От классики до детектива. Приключенческая литература, допустим, Дюма, Жюль Верн, Шарлотта Бронте, Толстой, Пушкин. По экономике книги, по профессии, то есть маркетинг, экономика, юриспруденция. Ну, хватает того, что... Интернет читаю, конечно. Мы вообще любим все читать. И мейнстримы, и классику, и детективы, альтернативную историю, и фантастику. Из античности очень нравится «Золотой осел», «Метаморфозы». Из средневековой литературы предпочитаю, опять же, зарубежную литературу. Это «Гаргантюа», «Пантагрюэль», «Львиное сердце». Как показал наш опрос, жители города любят читать и предпочитают различные жанры литературы.